внедрение технологии блокчейн в роботизированный интеллект. Как стало известно из эфира телеканала CNBC, займется проектом американская компания Hanson Robotics, одно из детищ которой – человекоподобный робот София. Сотрудник компании Бен Герцель рассказал: «В Hanson Robotics мы создали облачную инфраструктуру для роботизированного интеллекта, но теперь мы хотим перейти на следующий уровень, запустив новый проект под названием SingularityNet, который интегрирует искусственный интеллект и технологию блокчейн. На новой облачной торговой площадке разработчики искусственного интеллекта смогут размещать свои идеи по улучшению старых или созданию новых роботов. Происходить все это будет при помощи смарт-контакта».